Пока никак. Нет еще эту. Может, они забыли уже? Может, забыли уже? Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися в них. И очисти мы от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, мы просим Твоего благословения на это собрание. Во имя Иисуса Христа благослови нас. Мысли направь к горнему. Путеводи нас Духом Твоим Святым. Мы благодарим Тебя, что продлил нашу жизнь до сего часа. Позволь нам собраться. Да не будет напрасным хождение наше во дворы Твои, но чтобы имя Твое Святое прославлялось через нас всюду. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, быстро заходите ту скамейку, занимайте быстрее. Оля, заходите вперед. Он убежал. Отец Константин заболел. Молились сейчас. Таскал уголь. И... Вот смотрите. Церковь. Мы за неделю собрали сколько. У кого еще есть? Нету? Интересно, чужие люди стали нам давать. Я Миша, там подбросить надо. Не понял. Подбросить же надо. Повод. Ну и что бы пропало-то? Ничего бы не пропало. Все равно никакого толку с этих спортивных. Сегодняшнюю пищу посчитай. Нет, ну заплатываем. Ну хотя бы не так поднимать, что за машину. Начни с того момента считать, когда старший сын возвращается. Просчитай так, как ты воображаешь. Когда считают мастера слова, они вкладывают в интонацию. Ни одного слова не надо добавлять. Но меняется вся картина. Подойди поближе сюда. Меня заинтересовало, раньше как-то не думал об этом, отношение работников к этому событию, которое совершилось. Старшим сыном понятно, его все осуждают, плохой. Вот. Этот хороший. Ну почему? Он пришел, видишь, пролетарий. Все проблудил, пропил. Ну еще там. Осталось только в венерическую больницу сходить, чтобы отец принял. Больше ничего ему не осталось. Он прям до того добрый, вся неделя ему посвящается. А ведь за кадром еще отец. Его, о нем вообще проповеди никакой нету. Рембрандт рисует, когда вот он ухватил в этих охристых красках всю ситуацию. Прочитай с интонацией, как ты понимаешь, работники были рады или не рады, что вернулся еще один эксплуататор в эту семью. Это когда старший сын, да? Да, вот старший возвращается с поля и дальше, послушайте, только ты будешь считать так, как ты представляешь. Так, Алексей. Не могу сказать. Алексей, как только он прочитает, ты прочитаешь.
Я не вижу. Не можешь, да? Ну, я 4 дня тоже. Так, потом ты прочитаешь. Я не вижу, где у меня Добунов, то самое главное. Вот он где. Его-то не заметили. Его-то не заметили. Давайте. Слово в углу спрятался. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Все, так, прочитай это место, а как ты понимаешь? Добавлять ничего не надо, в интонацию вложить. Галя, место свободно. Да. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Ну, тут дальше уже, это другая уже ситуация. Разговор идет с отцом. Так. Передайте, пожалуйста, брату. Я говорю, пусть он прочитает. Нет, мне кажется. Покажите, где стоповался. С 25 стиха. Погромче. Старший же сын его был на поле, и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же... Все. Ну так дальше. Так, возвратите Евангелие. А так, теперь вы... Покажи, с какого стиха? 25-го. Ты, Никита, считал когда-то раньше? Посчитай, как ты понимаешь? То-то-то-то-то-то-то-то-то. Старший же сын его был на поле, и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти, отец же его, выйдя, звал его. Ты не желаешь прочитать? Я же читал уже сегодня. Кажется, 25-го здесь. Еще раз. Я же читал. Улавливайте интонацию. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Вот. Тихо. Я хочу сказать, да я выздоровел, слава Богу. Я просто хочу сказать. А ты почему сразу не хотел-то? Нет, я вот что хочу сказать. Тут оттенок такой может быть. Можно голосом показать недовольство со стороны работников. В этом смысл весь есть, я все просил. Но это не означает, что работники были недовольны. Нет, я понял то, что ты остался недоволен тем, как считали, и решил внести сюда. Свой нет, вклад. Я просто выслушал всех, и все говорят, вот именно со стороны работников в голосе высказывают радость. Ну, можно, был один юморист, который, вот дочка написала мне письмо, папа, ну когда ты там что-то мне пришлешь деньги? Написала бы, папа, ну когда ты мне вышлешь деньги? То есть он голосом сыграл одно и то же это... Тогда бы я выслал вроде бы деньги. Ну, посчитай, вот. В плане этого, а собственно. Это только начало. Я сейчас дальше продлю этот разговор. Дальше. Ну вот можно было бы как прочитать, я бы сказал. Да нельзя так читать. Ну а где там написано, что нельзя? Ну потому что они работники в доме отца. Что непонятного-то? Ну, это не ну значит, а он куда шел? Он в наемники шел. Ты дальше-то думай, как говорится, мозгой еще. Это не значит, что они всем довольны. Да они довольны. Они явно довольны здесь, это однозначно. Ну, рады.
догадывались. Что непонятного-то? Вот смотрите, все. Вот, во-первых, брат старший, он постоянно работает и общается с работниками. Он, конечно, в мыслях своих, то, что он осердился, был недоволен тем, что брат ушел. Видимо, общался и с работниками. Вот он ходит, там, расточил имение и все. Он мог общаться на работе. И работники скажут, да ты что? Он нормальный мужик, пусть расточает, вдруг он покается. Они могли поддакивать ему, и в конечном итоге, когда он пришел хозяин домой, ну что там такое? Да вот, брат твой пришел, наконец-то. И он, естественно, не то, что они его успокоили, а наоборот, могли поджечь его. Вот это. Поэтому он осердился, можно было так считать. Он сказал, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Вот так можно было. Ну зачем это тебе? Ну он имеет право на такую версию. У меня появилась такая версия чтения. Да, это не опровергните ее. Можно. Так, кто иначе понимает и вложит интонацию. Уже все, попытка только одна дает. Ладно, отдай. Дело в общем, есть такая сказка. Жил старик со старухой у самого синего моря, 30 лет и 3 года. И вот это все показывает сегодня сказку. Вообще нормально, ходит кот там вокруг, песни поет, лукоморья, дуб зеленый. И вдруг сразу появляется доктор философских наук, и он начинает говорить. По порядку разбирает. Оказывается, все это не просто так. А может быть, они накручивают, там Пушкина не имел это в виду, слова не те. Сначала она называет его мужем, а потом старик, значит, она как будто совсем отверглась. И он делает вывод дальше. Вина-то во всем не старухина, а старикова. Почему ты его же так распустил? Баба над тобой командует. Да ты с первого раза бы ее тем корытом, ты говоришь, навернула, она бы молчала, сидела с корытом. Она все проиграла. Он же знал ее неуемный характер. Она будет хватать и хватать. Она всем недовольна. Квартира хорошая, построил, она будет недовольна, купил еще что-то, ей конца края никакого. И это сегодня разбирается, и притом беседа за беседой. Человек с громадной ученостью, с такой, говорит. Я вот здесь задумался, когда его версия имеет право на бытие свое. Вот теперь я перехожу к тому, почему в церкви запретили считать с интонацией. Тут вот еще что такое. Вот у нас, когда считают псалтырь, ну я его насчитывал, когда Библию, это псалтырь, это одна из книг Библии, я ее считал с интонацией. Но тут по-другому никак нельзя было. Волны прошли над душой моей, мне не на чем встать. И вдруг священник один пишет Нижегородской губернии. Я всегда думал, что... На русском языке, если считать, то псалтырь не вызывает молитвенного настроя. Но вот я послушал, считает Лапкин, многоточие «ан» – нет. Что означает «ан» – нет? Ну-ка, как я сам понял? «Ан», запятая, «нет» и восклицательный знак. Ну что, надо сказать, глубокомысленный священник, слава Богу, прочитал. То есть у него смещение понятия пошло в другую сторону. Оказывается, на русском языке... И это вызывает молитвенный настрой. Он говорит, вы сами послушайте. То есть он читал на русском языке псалтырь до этого, а так как у него, да, не было, он услышал... у него не было опыта чтения, да, с интонацией. Вот когда я начинал Библию читать, вот у меня супруга не даст даже соврать, и мы прямо это советовались, как мне правильно читать. Я вслух читал Библию. И поэтому не знали, как подойти. И в конечном итоге оставили с интонацией, ну так, не очень восторженно, потому что ты как это, как театрально, а интонация осталась, и хорошо получилось. Я сейчас скажу, в чем дело. Понятно для нас. Потому что, не зная содержание, а содержание знать это не Библию только знать, а надо знать ее толкование. Мы говорим, были переводчики, которые переводили Библию. Ну там с арамейского Евангелия от Матфея, с греческого на русский язык переводили Новый Завет. Оказывается, намного сложнее дело было. Брали переводы латинские, сравнивали, сличали, называется. Арабский вообще отношения не имеет. Арабы сохранили. Оригинал не сохранился, как писал Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Остались только уже то, что переписанные копии. Теперь находят какие места, а как они их понимали? Начинается спор. Нет, не так. Надо найти, как эти слова понимали в проповеди. Найти проповедь на эти слова...
находят у одного, у другого третьего. Стали священному, совсем неправильно понимали. Григорий Ниский толкует совершенно не так, как мы понимаем слово. И тогда значение слова по-русски было поставлено другое. Переводить на Евангелие, это не переводить обыкновенную книжку, там Пастернака взять, перевести на английский язык. Ну, такие писатели, как Набоков, Владимир, это очень редкие, их называют кентавры. Он пишет книгу одинаково на русском, пишет на английском, стихотворение пишет на русском, на английском, ему разницы никакой нет, он совершенно одинаковое имя владеет. Но переводчик, он не может совершенно одинаково владеть, ну, такой как Мелор Стуруа. Это переводчики, которые работали в латинских странах, при президентах рядом были, они переводили. Все остальные уровнем ниже. Я разговаривал с Александром Менем. Он работает еврей. У него огромная ученость была, энциклопедист самого высшего класса. Я говорю, вот Библии переводили, как вы как переводите? Я работаю с оригиналами, с еврейскими. Я говорю, а вы могли переводить так, вот как Хвольсон Давид Аврамович, он переводит большую часть Ветхого Завета? Да вы что? Нет, конечно. У него ума так много, что он понимает, что у него ума не хватает. У меня знаний достаточно, чтобы понять моими знаниями, что я мало знаю. Вот мне это знание дано. И он говорит, нет, мои знания по сравнению с тем, что Хвольсон, доктор филологических наук, еврей, переводит. Нет, конечно. Папский переводит. А знает ли он? Он пишет учебники для еврейских школ. Грамматику. Знание его выше раввинского, выше профессоров еврейских. Это псалтырь, переведенный им, Евангелие от Матфея им, а его даже нигде нет, ни святых нигде, как Ездры. И поэтому, чтобы читать правильно с интонацией, нужно понимать, что там заложено. И вот чтобы понять, слуги эти как относились, рады они были, не рады, надо найти хоть у одного святого отца, что они смотрели на это, как. Был один старше, один начальник-то, а теперь два. А какой он поднабрался опыта-то какого? Но что, старший был недоволен, это понятно. Расточил имение свое, живя распутно, все. А это добавляет с блудницами. То есть он откуда-то слышал более подробную биографию своего братца, с чем он пришел. Конечно, тут понятно. А скажете, а в житиях бывало ли такое? Я спрошу, где в житиях было такое, чтобы... Ну, отец говорит, все мое твое. Что тебе тут, о чем говорит? Этого надо было искать. Так, чтобы позавидовал кто-то, родственник, тому, что сын спасся, получил большую награду. Это редкое житие Варлама и Саафа. Это такая балаверяне описывается. Ее, если ты поймешь смысл ее, ты потеряешь покой. Был Варлам... Его никто не знал, а он переоделся и ходил, и проповедовал. И вот он явился к царскому дворцу и стал искать встречи с сыном царским. И подошел так, что у меня есть такое сокровище. Вот, хотел бы в хорошие руки передать. Ну, слуга вышел, который управитель-то. Он говорит, нет, это сокровище такое, если кто его увидит, а живет порочной жизнью, он ослепнет. Он отступил сразу, нет, мне это не надо. Я себя знаю, я сразу ослепну. И не забывай следующее, что если человек прикоснется к нему и примет, и обманет, то он лишится и слуха. Ну а такого ты знаешь, который вот живет? Вот у нас царевич растет. Вот он родился по обетованию. Отцу сказали родиться. Но когда он уже зачатый был, рождаться, в это время волхвы сказали, что он будет слепой, если увидит свет. Поэтому где-то надо его держать в подземелье. Там свет, чтобы... И он никого не видел. И так все ему и сделали. Царь он все это сделал. У него там такие апартаменты. Даже никто, он не догадывался. И молодые люди, которые с ним были, там лет до 16, они, как видно, что стареют, он их убирал. И у него понятия о смерти никакого не было. И о старении не было. Сын замечательный. Просто стерильно чистый. Ни одной женщины в глаза не видал. Никаких там пороков не было, ни пьянства, ни наркомании. Он ничего не знал. Но вот наступило время, его осмотрели и сказали, сейчас он может выйти на свет. И его утром вывели, вот заря восходит, и постепенно к свету он привык. И поехал.
сказали впереди, чтобы шли слуги и убирали какие больные, калеки, нищие, чтобы ничего не попадалось, чтобы он видел красоту, то это все. Ну, где-то прошли квартал два там, а за ними вышел нищий из дома, вышел и опять сел. И он сразу увидел его. А это, почему он такой сидит? Да это нищий. Их думает, не убрали же это его тут. Посмотрел. А у него глаза разве не смотрят? Нет. А почему? Ну, болезнь такая. Так так и болезни есть. Он не знал ничего. А почему он такой? Это болезни такие есть. А за болезнью что будет? Ну, умирает человек. Как умирает? Выходит, и я умру. Ему ничего этого не надо уже стало. Что ему показывает-то? Понятия о смерти никакого нет. А впереди тогда вышли девицы, танцуют и играют, и эти бубенщиками гремят. И когда его обратно вернули, отец спросил, понравилось? Он говорит, все понравилось. А больше что? Но когда он спросил про эти, которые танцовщицы-то были там, пусть и рай-то, а кто это такие? А один, который рядом был, это, говорит, чертовки, из-за которых мужчины страдают и погибают из-за них. И когда отец его спросил, кто больше всего понравился, на пути сады какие, озеро было, лебеди, он говорит, больше всего понравились мне чертовки, которые губят мужчин. Он их не знает, для чего, ничего, а уже в сердце это легло. Это уже первое семя яда. И вот теперь Варлам, когда беседует, и он понимает, что Иосафа надо вывести, и вышел, и он с нам говорит, стал говорить о сокровище Христе. И он уверовал. И когда он уверовал, дальше случилось чудо. Индия вся обратилась. Индия, это документально все. Это жития святых-то. Вот самое страшное дальше идет. Варлам-то хороший, всему его научил. Но показал, главное это монашеское делание. Это умная молитва. Это внутри себя надо смирение идти. Где? В мире ты этого не найдешь. Это надо только в пустыню. И он его в пустыне, Варлаама, будет искать 3 года. Это не 3 дня. Представьте, день проходит, он садится где-то там в пустыне. Корешок выкопает, поживет царевич. Следующий день проходит, год нет. Он ищет и ищет, учитель наконец находит. Так он, когда пошел в пустыню, весь народ рыдал. Индия двинулась за ним в пустыню. Но вера-то в нем была уже заложенная евангельская. С монашеской смешанная. Индия сегодня была бы 2 миллиарда, были бы верующие христиане. Их нету. Почему? Монашество сдвинуло все в обратную сторону. И они вернулись домой, а дальше что было? Другие правители. Почему сегодня надо не растолковывать? И когда считать это житие, у тебя должна быть такая интонация с спазмами в горле. Что мы сделали? 2 миллиарда бросили, чтобы внутрь себя и сихазмом заниматься Иисусовой молитвой. Думать надо. Это я вам для размышления кидаю. На меня нападает, вы о монашестве не имеете правильного представления, а мне зачем его иметь представление, когда это реально, это жития святых. И так понятно. Вчера в интернете на нас было нападение. Наконец-то. И нападение... Я не буду называть имена. Кто догадается, если пожелает сам себя назвать, пусть поднимет руку. Кто послужил причиной этой нападки? Там зашла одна Валентина у нас, и она пишет Валентина, и вплотную цифра 12. Что она означает 12, не знаю. И вдруг она 12 подряд тем захватывает в один день. И такая ее не тронь, она, ну я ее могу как администратор, я могу сейчас только щелкнуть, ее никогда не будет, и все материалы одним щелчком. Но я вижу, что ее трогать нельзя. Она мужчина там или женщина под этим именем Валентина. И она говорит так, на слова одного человека. Я бы мог не говорить кого, но это именно наш брат. Она говорит, какое кощунство. Да еще осуждает патриарха. Видно, вы не православные, а я пришла на православный форум. За такие слова и сравнения будет вам наказание Божие. То есть вы оскорбляете помазанника Божьего. Это концовка. Я тогда Володе говорю, это Володя пишет. Володя, ну-ка разберись, кто там впереди перед этим был, что она там могла прочитать. Вам интересно? Это серьезное обвинение. Мне ложиться спать, а у меня...
сна, говорится, настоящего нету. Ну-ка разберись, Володя. И он все это написал. Один из наших братьев выставил материал. Так. За 5 апреля, как я понял, Москва. Так, что-то еще. Патриарх Московский Ясенской Руси Кирилл сказал, это в 2010 году, 5 апреля. Кирилл, он считает, что россияне настоящие россияне становятся религиозным народом. Россияне. На это один из наших братьев сказал так. Патриарх Кирилл настоящий Штирлиц. Ему надо высосать не менее 2 маток правительство и народ, который еще ходит в храм отдавать побор в церковную казну. Это действительно так написано. Кто-то говорил так или нет? Если говорил, и есть еще сила воли, поднимитесь, скажите, и мы дальше разберем, что это такое. Патриарховы слова выписали, и на эти слова наш брат сказал вот так. На Валентина-то ответила вот так. Разрешите? Это я, когда занимался на ФУДА, я там отвечал на вопрос там о патриархе, там, ну, внешние сношения там. И ответил я там. Ну, я не знаю, что я так ее заинтересовало сильно. Оно уже стоит, я не знаю, 3 года, наверное, этот материал. Что он сказал? Ну, 3 года он уже стоит года. Там. Но не было, никто не касался темы. Но... Она новый человек, пришла, видимо, с Кураевского форума, и здесь сказал, ну, слова те там не тронут, они так и стоят. Что означает, что патриарх там высасывает 2 маток и Штирлиц и прочее? Это-то как? Ну там надо прочитать эту а там, почти там большая статья нет. Идет о патриархе. Патриарх сказал, что российский народ делается более уже становится более религиозным народом. Может там ничего нету. Да, и кавычки закрыты. В кавычки Володя взял. Там большая статья. Володя, да. Но там большая статья. Там это не просто что читать. Я объясню сейчас. Там большая статья. Ее разбирали в теме эту статью. И я свою реплику дал. А Игорь, когда он давал вот этот комментарий, он выставил некоторую одну фразу взял и на основании этой фразы сделал комментарий. А почему я только эту взял фразу? Потому что у него там было выделено только одна. Я фраза. С патриархом не согласен. Определенно. Но мое несогласие выразиться должно в словах пристойных, потому что это патриарх. Я попрошу вас быть очень внимательными. Ну, вообразим, что патриарх не в Москве находится, а здесь. Я его назову там и Штирлиц, это неплохой человек-то. По идее, ну, да, по смыслу плохой. Понятно. Чего такое расследование, как Штирлиц сделал, скрылся в народе, узнал, да какая религиозность, с каждым днем все хуже и хуже. Вы пойдите в храм, поговорите с людьми-то. Чего там нету? Значит, я для того это говорю, чтобы будьте очень внимательны. Можно это же обыкновенно ласковое дитя 2 маток сосет. Ну чё, как будто никто русский язык не знает. Ну она там, это Валентина, она может быть непонятна из Дубая откуда-нибудь, я знаю откуда. Я поэтому и говорю, он как ласковое дитя и как Штирлиц. Никого не трогает, все везде аккуратно со всеми, он ласковый. Я поэтому там и написано, он высосал 2 народ и правительство, и народ денежку несет. И правительство ему не миллиарды, а триллионы вваливает в эти церкви. Да, брат, зайди в интернет и дай свое объяснение. Я не буду туда входить. Это, я думаю, можно дать объяснение. Ну, дайте, я разрешаю. Ну, просто зайди в эту, она впереди стоит, статья эта. Ладно. Ласковые. Так, у нас на этой неделе была у братья встреча с еретиками. Договорились, кажется, у Игоря... Третьякова на дому было? Нет, у Дыбунова Игоря было. У вас, да? У меня. А. Я посмотрел это. У них это не подготовлена была встреча. Ну, она, даже я в эфир не стал ставить. Она не запрограммирована была, как бы так, спонтанно возникла, пригласили незнакомых людей. Я просто хотел дать небольшое, как бы, пояснение. Я много имел бесед. Если такое случится когда-то, чтобы вы знали, как ее вести. Я говорю в идеале.
Оно не всегда получается так. Ну, допустим, баптисты, адвентисты там говорят, а вы хотите побеседовать с нами? Мы сами должны сказать, да мы ищем таких людей. Давайте, какая тема? Тема должна быть избрана заранее. Но они, адвентисты, скажут о субботе. Адвентисты седьмого дня. Седьмой день, суббота. Согласны. Начинаем готовиться. Когда? Где? Сколько? Сразу обговорить правила. Кто будет говорить? Говорит только один. С одной стороны и с другой только один. А вот когда начнутся там где-то в конце, там полминуты, допустим, больше не надо несколько слов сказать. А за время, когда они будут говорить, другие, кто желает, на бумажку написать и своим подавать, и он будет озвучивать, чтобы ни одного звука не было слышно. Это не всегда удается, но условие должно быть поставлено. И, допустим, с нашей стороны мы были 50 человек. Ну, от них там сколько, они хозяева, у них там было, может, 500. Договорились, бывают такие ревнители, как у них тоже ревнители есть. Он выскакивает, и что вы с идолопоклонниками говорите? Мы договорились, заранее он предупредить должен зал. Если кто будет выскакивать, предупреждений никаких не будет. Сразу обязан покинуть зал. А я что буду здесь? Не разговаривать, братья сильные, за руки и вывести из зала. Это серьезное дело. Тема поднята. Мы говорим по 10 минут. А после этого минут по 5. И 2-3 человека будут сидеть. Или лучше всего, как шахматные часы. Один сказал другой. И записать, с какого по какое время говорил. Говорить конкретно по теме. Мы говорим о субботе. А что с ними говорить? У них иконы там. Они мертвецам поклоняются. Это другая тема. Мы договорились. Вы за этим следите. Но впереди, вот это не удается. Редко. Это, я говорю сейчас, греческий метод был. В Греции, когда выступали, в диспуты вступали они, то руководитель, наблюдающий за этим, он начинал говорить, так ты кто, православная? Православная. А ты кто? Ну, я говоришь, там, кто там, я цесарианка, я цесарь, там его. Хорошо. Так, ты с кем беседуешь? Ну, я с ним. Так, объясни, кто такой Цицерон, во что они верят, и начинай объяснять. И который главный говорит, он правильно говорит. Вот у нас когда было так, ну и сидит, избрали самого, который все знает, и говорит, вы с кем сейчас будете беседовать? Я говорю, с баптистами. А кто они такие? Я говорю, я должен вложиться минуты в две. Это люди, которые сознательно веруют, крестят только люди, которые уверуют во Христа, принимают его как личного своего спасителя, крещение принимают во взрослом состоянии. Вот, они считают, где двое или трое собрались, там и Христос, поэтому они рукоположение за этим не глядят, оттуда не приходят, детей они не крестят, иконы у них нету, мощам не поклоняются, то есть я их знаю, все, и говорю, так они сами избирают пресвитера, старший, который у них рукополагает, молитвенные дома у них храмом не называется. Это спрашивает баптиста, правильно? Он говорит, так объяснил, как будто баптист. Теперь его спрашивают, а вы с кем беседуете? С православным. Ну, объясните, кто. И он начинает говорить, православный вот так делает. Ну, не то, что он видит, а как по вере. У них есть символ веры на соборах. Они признают, кроме Писания, предания, детей крестят. Они Божью Матерь почитают. У них иконы есть, святым молятся, ангелам, вот, мощам поклоняются. Меня спрашивают, я говорю, да, православный настоящий. Там все знает, отвечает. Ну, а теперь беседуйте. Чтобы нас не занесло куда в сторону. Никуда не уклоняться. И когда вот так вот проходит, там всего 2 минуты, это немного, чтобы объяснить, кто мы такие. Когда на меня выходит один человек. Это в интернете в первой строчке стоит. Кто такой? Город Рига. Латвия. Какая-то новая секта там. Откровение. Откровение называется. Ну все, одно слово взяли, откровение, и все. И он сидит с бородкой. Ну, он вопросы заготовил на бумажке, серьезно подготовился. И я ему отвечаю, и сейчас уже пошли ответы, так это же надо куда-то выставлять другое место, это же это учебник целый. И не так долго мы разговаривали с ним, ну не больше там минут 35 примерно там. Вы посчитайте, кто слышал, посмотрели, нет еще? Посмотрите. Я ему затронул самые главные вопросы, что нас разделяют. Он во мне не увидел врага. Он поблагодарил, и видно, как он доволен. Его звать Александр. Фамилию он говорит, я мало расслышал. Он теперь будет подготавливать людей к встрече нашей, когда мы туда приедем. Когда мы с ним разговаривали, в это время кто-то еще на звонок. Да, да, ведь видно, скайп.
Только закрыл его, давай искать, я гляжу. Другой, Андрей, Лондон. А нам Лондон как раз и нужен-то. Не как мы в Англии-то. Ну и стали с ним говорить, оказывается, руководитель баптистов. Баптистов. И они там, и они работают с наркоманами. А в Англии делают так. Раз в неделю все наркоманы могут приходить, даром наркотики им дают. Шприцы все дают, и все, чтобы нигде не воровали. И это беда просто. Как их оттуда вытаскивать-то? Государство дает наркотики официально. Это, все это я говорю, тому и другому сказал, мы записываем это все, это будет ролик выставлен. Да ничего нету, мы каждого предупреждаем. Они так, что поговорил, я тайно этого. Но это он где-то дороги был у Андрея это, с Лондоном, и его не видно. Я подготовлю людей. И вот он, я говорю, а как вы вышли-то на меня? От Андрея Кураева. Андрей Кураев туда приезжал в Англию. А сейчас на него нападение, мы за него молимся, и к нему-то зашли. А он обо мне что говорит, Андрей Кураев? Их так это тронуло. И мы, говорит, сразу стали за вас молиться. И он говорит, какая-то у него болезнь, гайморит или еще было. Я стал за вас молиться, у меня, говорит, болезнь стала проходить. Ну, до того удивленный такой. Ну, это Бог, я говорю, делает. И они расположены, могут сделать нам вызов, чего нам не хватает с Англии. А если только вызов будет, и они подготовят встречу, уже начинают работать, то вопрос стоит по-другому. Значит, дорого, недорого, придется 1030 отдать еще за открытие визы. Это где-то по 5900 за каждого. Ну и там дополнительные какие-то еще. И в Англию мы войдем. Тогда Шотландия открыта, и Ирландия для нас открыта. О чем даже мы только так я говорил. Тогда там будет встреча. Там, где этот был Антони Блюм. Мы войдем к православным туда. И они снимем, говорит, мы дружим с ними. Я Андрею Кураеву сказал, говорю, почему? Когда сидели православные баптисты, когда икон не было, одна икона была, решетка на окне. И мы молились там, и мы были дружи, а вышли, сейчас все поврось. Ну можем мы сегодня быть такие же. Андрей Кураев сказал, вот когда опять окажемся в камере, там будем вместе, а сегодня пока нет. Но когда я с ним говорил, его все это очень трогало. Так что того звать Александр, это новые люди совсем, а этого Андрей. Помолитесь. Вы для себя это берите во внимание. Я бы мог и не говорить о чем-то. Но что в себе держать-то? Просто надо порадоваться. Позавчера ко мне приезжает дорогой наш батюшка, отец Павел Ермоленко. С отцом Павлом Ермоленко большие перемены. И мы записали два ролика. В первую очередь, когда я разговаривал с болящим Сергеем Козлом, в это время мы калитку открываем попозже, никого нету. Вот как не откроем, кто-то есть, кто-то звонит. Кто? Я. А кто ты? Павел у ворот стоит. Пришлось Володе бежать и открывать. И он вошел, я к себе скорее. И он все стал рассказывать, я вопросы задавал. Как его Максим раздел, как все снял, как его отверг, что дальше делал, как его попы преследовали. Что делали, но он на этом не остановился. И что интересно, пошли отзывы о нем, все положительные. Даже враги, все. Какой батюшка, да. Он так, да, он спокойно какой, видишь, какой батюшка-то. И он все объясняет подробно. И, а зачем он приехал? Приехал за Евангелием. Я ему опять 1000 Евангелий дал. Который раз уже. И он все это еду едет по деревням, раздает. И я ему дал то, чего ни одному человеку не дал. Несколько тысяч газетных вот этих, которые были. Я освободил, там где кочегарка у нас сверху, все это убрал, все ему отдал. И он не один. Я говорю, ты больше людей это мобилизуй где-то. Он работает. И Новые Заветы. Новых Заветов сразу он приобрел около 15 экземпляров. Это сейчас он только больше 10-12 экземпляров, только сейчас по трехтомнику умножить где-то. И уже только уехал, уже... отзывы. А эти, которые Евангелие-то отдаем, люди берут, что это Евангелие какое, он будете брать. Он знакомый заказал крест, а какой крест заказать? Он взял тогда с трехтомника, какой у нас там распятие наверху-то, заказали его печать, сделали штамп, и он теперь красный берет, и на каждое Евангелие штампует с первой стороны, с листа второй, православный дает, и теперь они это берут запросто. Он крестом у меня сидит или на кухне штампует. Привез, теперь дома сын штампует.
У нас Володя Пенкин, когда стал давать записи Златоуста, бабки не хотят слушать. Это от Антихриста. Это сатана только может там это... Он тогда взял из этого вот фольга, сделал крест и на магнитофон сверху наклеил. Когда стали говорить, он говорит, ты смотри, баба, на что говоришь крест? Бабки отступили, сели, тогда слушать начали. Крестиком отбивайся, православные любят крест. Я говорю, ты еще, Володя, как по-другому? Ты говоришь, ты больше ни разу ни одна не сказала, они боятся этого. Крест теперь сидят, умильно слушают. Видите как? Аллилуйя. Значит, за отца Павла помолиться надо. И вы когда прослушаете, кто может прослушать? Да. Отец Павел как будто другой. А про Ваню расскажите. И отец Павел, ну я его очень хорошо знаю, мы с ним вместе работали бок о бок 4 месяца подряд, даже больше. Он очень хорошо знает Священное Писание. Прямо он наизусть цитирует и места Писания, и где. Прям сам открывает и все. Это его отличало всегда и везде. И вот этот отец Константин, за которого сегодня, кстати, молились, он заболел. У них там помощников нету, привезли уголь. И вот он таскал на морозе уголь, затаскивал и простудился. У него очень большая температура. Мама позвонила утром, говорит, все, свалился, вчера еще служил, сегодня уже помолитесь. И вот они с ним друзья оказались. И это в такой же, тоже Священное Писание, тоже открывает. Ну прям, как они двое. И надо только ему такие формы приобрести, как отец Павел. Надо будет поговорить с ним. Батюшка наш тоже болеет. Батюшка? Да, батюшка даже вчера на службе не был. За ним, так что молимся о нем. О батюшке. Да. Простыл или что? Дай Бог здоровья. Я вернусь к отцу Павлу. Он когда говорит, рассказывает о людях, где встречаются, которые приходят, встречаются как с иеговистами, как принимает, там не принимает, где люди обращаются, с чем это связано, он анализирует. Он Павел, который был тогда-то, как будто другой человек даже, и все цитирует, глава, стих, откуда берет, Евангелие читает, канон там называет, как... Он ревнует, прямо видно, что он горит, он живо так это у него получается-то, не наиграно, не для кого-то. А она была, вы знаете, я люблю поэзию, у нас поэзии полно, начинает говорить где-то, хотите, я могу даже спеть, что-то побежал, Евангелие достал показать, а потом... Я говорю, давай хоть встанем перед экраном, посмотрим, какой ты, какой я к нему прижался сбоку, вот так вот. Ну видите, какой богатырь-то тут. И вот он распрямил плечи свои. И еще же, думаю, он будет почитать. Он так, строительный отвес. Мое стихотворение. Да мало того, он говорит, да еще с прогласистой, как будто поет. Да Евангелие, вот единственный отвес. И он не так, как Витя поет, а как-то по-другому. Я даже удивился, то ли он избрал что-то лучше или что-то. И за каждым куплетом этот припев. Ему это доходит. Он старается довести до других. Я о ком-то говорю, а он и знает. Рассказал, как он нас нашел. Он тогда ревновал о том, что где есть люди, которые бы веровали, не нарушали устава. Вот все было как положено. Ему кто-то сказал, что есть такой мужчина, и он будет в Коробейниково. Он приехал там, нашел женщину. Она говорит, это ее муж. Она говорит, где-то он здесь, а там человек 1005 было людей-то. А где вот эта толпе найдешь-то? И вдруг мужчина тут появился и рассказал, ехать надо так-то, так-то, там-то свернуть, по полям как ехать-то. И он по Теряевку приехал и рассказывает, как я приехал 5 часов и думаю, подожду, пока проснутся. Прихожу, а там дым коромыслом. Машины гудят, люди работают, 5 часов утра. И это все он рассказывает. Видите, как не в один день зерно начинает колоситься. Вот услышали, и я говорил каждый раз, возьмите и запишите. Теперь, когда идет беседа где-то с сектантами, заранее договоритесь, чтобы у каждого была бумага, не магнитофон, а только бумага, и каждый записывал. А зачем? Ну, мы договариваемся, условие такое, потом вы поймете. У меня было так, ну сидят, допустим, 50 человек. У всех тетрадки все записывают. А пройдет время, они будут обращаться. Вы выписываете места, которые я называю, о чем и куда стрелка поведет, к какому дальше стиху. Они просто просидеть, вот как они сидели там двое у вас, и
Они ушли, ничего нет. Принудить к этому дать самим бумагу. У нас куча ручек, пачка бумаги. Кто бы ни пришел, сколько человек мы их сажали и заканчиваем. Они говорят, помолимся, молимся. Если молитва соответствует нашим канонам, а у баптистов она нигде не противоречит, мы смело говорим аминь. Но если это бывает там с такими словами, которые не православные, ты не знаешь, ну просто помолись в другом месте. Вот ребята сказали, говорят, а мы уже помолились. Да. Да. Тут у меня были как-то, но беседы именно вот по этой притче, да, что блудный сын. Блудный сын вернулся. Но просто такой вот момент возник. А был ли справедлив отец к сыну, который остался с отцом? Был ли справедлив отец к сыну? Да, потому что сын ему говорит, отец. Отец ему говорит, все мое, твое. Но сын говорит, так ты мне даже козленка не дал. Как оно мое? Это все виртуально мое. Это только надо тебе или умереть, чтобы стало это моим, ну, отцу. Якобы он так говорит. Или же, что ты отрекаешься от всего своего наследства и отдаешь его мне. То есть, у сына-то это было условное. Так получается? Вот так, как вот? Ответ один. Никакой справедливости тут не было. Вот. Несправедливость. Да. То, что он нас принял, это не по справедливости, а по милости. Да. По справедливости, да. Возмездие за грех смерть, мы должны умереть. Да. А он идет, за грешников умирает, говорит, доказал любовь свою тем, что умер за нас, когда мы были грешниками. Какая это справедливость-то? Мы отца сына убили, это наши грехи его распяли. А он отдает его за нас и прощает. Справедливость это один к одному. Око за око, глаз за глаз, вот справедливость где. А здесь все прощает, хоть сто раз убил. Он спрашивает про старшего сына. Был ли он справедлив старшего? Я не понял, я по отношению отца говорю. А что старше? По отношению отца... Да. Что у сына старшего ничего все имелось только виртуально, а не на самом деле. Не виртуально. Но он даже козленка не дал ему. Он реально говорил. Я тогда вопрос не расслышал. Спасибо, пожалуйста. Не знаю, это реально. Можно? Сын работает. Он говорит, Николай говорит, что он ему даже козленка не дал. Обвинение. Не надо, он и говорит, зачем отец никогда к этому их и не приучал. Обычно, когда умирает отец, достается наследство, и они его прокутят. Хорошо, что молодой ушел раньше, до смерти отца. А после смерти отца его бы никто не принял, и он бы подох там где-нибудь у корыта у свиного. Но притча так именно, это притча все-таки, но реально в жизни такое встречается. Ну и понять можно старшего. Да. Как так? Я столько с отцом, а зачем ему козленка-то, когда все мое твое? А ты мне не дал, говорит о полном послушании. Он работает, довольный, пьет, ест, растут дети, а отдельно повеселиться. А зачем тебе веселиться? Это веселье твое, что мы с тобой вместе, ты никуда не ушел. Значит, ну, нужно понять, что дополнительных льгот того, что мы находимся под защитой, под эгидой Бога, нам не надо никаких. Я благодарю тебя, Господи, что ты меня возбудил от сна, я не умер ночью. Благодарю тебя. Мне больше ничего не надо. Я ничего больше не желаю. Ты дал мне дыхание, я 3 дня не мог продохнуть, а сегодня дышу уже немножко. Благодарю тебя, Господи. Ты дал мне друзей. Благодарю. У меня столько врагов, которые не дают дремать. Благодарю. Это от тебя. Мои уста должны быть наполнены непрерывным потоком благодарения и славословия Божия. Мне по интернету сбрасывают и говорят, там, я сейчас не знаю, могу маленько ошибиться, то ли он митрополит, то ли епископ. Сыфтыкарский, Петерим. И он на вас так. А Андрей Кураев его там в число нехороших записывает, говорит о нем. Ну я-то ничего не знаю где-то. А мне скинули материал, и он против вас говорит, я не нашел ничего там в этом материале-то. Видимо, не тот скинули. Но я решил о нем узнать, кто он такой Петерим. Что он где говорит, как встречается, где как. Он мне понравился. Он такой простой, здоровый, до нашего Игоря, вот такой похожий, видный такой, вышел с диаконом, кажется, перед храмом, поют, его люди принимают, подходят дети, благословляют, и он выступает даже против патриарха. И у него все оригинально такое, патриарх там говорит, какие там чуть не миллиард вкладывают соловки, там никого нету. В селах вообще не на что храм построить, вот куда надо, для народа. А туда что, в экскурсии едут, кому не нужны-то? Он смелый. Я в одном месте, в другом, в третьем посмотрел, и Петерим мне понравился.
Он против меня говорит. А кто я такой, что против меня не говорит? Что я? Он меня не знает, он меня не считал, ему только сказали. И это никакой роли не играет. Я просто еще про него где нахожу, и все, нахожу хорошее. Я знаю, что это не понравится, что я так говорю. Как же так ты? Это же он такой. Того я не знаю. Вы знаете одного, я увидел другого, что в интернете нашел. И при том, вот эта оригинальность его, она, говорит, уже неоднократно мешала ему. Ну, он продвигается, он доктор богословских наук, где-то там в легком месте получил. И проще такое. Разрешите я о блудном сыне. О блудном сыне продолжу. Да. Дело все в том, что блудный сын, когда там у свиных корыт, он начинает вспоминать. И первое, что он вспомнил, это я все к Игорю, что он там, интонация какая-то. Я, правда, не заметил эту интонацию. Но если он так думает про этих работников, я думаю, что это в корне неправильно. И он сразу, первая мысль, у сына, который у корыт, у него не об отце мысль, а о наемнике то отца избычествуют хлебом. То есть, ого, он тут куска не может найти, тут вспоминает, как наемники сидят, караваи такие режут, потом ушли из-за столов, там вот так еще засыпано все. И он это вспоминает. А откуда столько хлеба? Ты что, не знаешь, как жадные люди поступают? Ты там, как говорится, последний локоть отсосешь у себя. Вот что, ничего у них нету, у таких людей. А тут отец явно он милостивый. Ты говоришь, там старший сын вот там работает и все. Да старший сын об отце плохого помыслить не мог. Че он там будет ходить, мусолить про своего брата туда-сюда? Ну, слышал там кто-то где-то, может, что-то передавал. Главное, это тот, кто тебе платит. А так получается, это как притча о динарии. А ты говоришь, что, завистливый, что ли, око у тебя? Я сколько тебе сказал? Динарий? На твое получи. И этот столько же получит. И ясно, что этот работник, который идет, он как раз один из этих работников. И что он может сказать? Он говорит это, конечно, с радостью, там веселье, им там достанется покупку вина, мяса достанется, им все. Ну, и он видит, старший сын идет. И он что теперь уже? Ну, сейчас посидим вместе, там, выпьем, что, ясно, что. И он ему с радостью говорит, ну, сейчас пришел же, ты понимаешь, брат твой. Ну, этот может порадоваться, они же все-таки братья были. Уж не до такой степени, что они там друг за дружкой ходили, какие-то наблюдения. Ясно, что их отец хорошо воспитывал. Почему мы должны это все обращать все в один негатив? Все плохие, все нехорошие. Да старший, младший сын и старший, они показали, что отец был отличный воспитатель. Почему? Он их воспитал свободными. Но этот младший сын, ясно, что он хотел чего-то там достигнуть, пошел. Он же не пошел, там увидел чертовку. Он пошел, хотел показать отцу, доказать, что он правильно поступает. Старший сын немножко другой был, но он тоже с отцом здесь вместе работает. Даже для друзей своих, которых он так любит, он не попросил у отца заколоть даже. Это ясно, что воспитание, скромность его говорит об этом. И дальше. Он после этого написано, осердился. Ты что за этими словами, брат, не смотришь? Если бы это был такой же, как тот, они бы сразу вместе. Ну что, правильно достался? А, да, о, правильно, ты со мной. Он бы даже не осердился. А это со мной уже? Значит, вместе? Хорошо. Сейчас мы к отцу пойдем, скажем ему. А тут он осердился. Почему? Да он увидел радость. Вот тут у него закипело уже. Что-то все радостные чересчур. А что-то радоваться-то такое. А я где? А меня-то чего не похвалили? Где мне первое место, награду? Поэтому я думаю, что тут надо говорить интонацию именно с радостью. Ну, радость не такая, конечно, как у отца. Это понятно, это всего лишь наемники, мы понимаем это. Но радость, как говорится, чрева, радость того, что им, может быть, дадут 13-ю зарплату и так далее. Ну, дальше, если кто-то хочет опровергнуть, с местами писания. Что чуть ли не митрополит Блюм говорил эту проповедь, что эта притча, это люди назвали ее притчей о блудном сыне. В Евангелии-то этого нету. Это притча о любящем отце. Вот так бы, говорит, правильно, если бы у людей сами. А что он блудный? Какая притча-то о нем? Что там? Пошел, пропил, вернулся, ничего нет. Главный отец. Совершенно непонятно. И он увидел его, как увидел? Он же не знал, в какой день вернется. То он же ему не позвонил по мобильнику. Я сегодня иду, ты меня встречай. Значит, он глаза проглядел все эти годы. Он глазами-то блудный там блуждал, где, какие красавицы, какие друзья. Он видел, имение у него убывает, как у Березовского, скоро ничего не будет, а ни о чем не думал. Ну, гулял и гулял,
А, конечно, у него там слуга был, слуга приходит и говорит, пусто, ничего уже нету, выбрали, все. Ну и все. А дальше что? И никого нигде? Я так, куда эти мотыльки-то разлетелись? Нет ни одного. Вокруг свиньи хрюкают. Это явно, что был не к еврею нанялся, а к язычнику. Евреи никогда свинью не держат. И пойти пасти свиней, то есть это самая большая глубина падения человека. И даже этого не давали. Да не о свиньях-то речь идет, а где мы бывали-то? Мы в этой притче должны увидеть самих себя. Я не гулял, не пил, не валялся, но я питался этими книгами, оттуда брал это свиное корыто. Я увлечен был философией этой. Мне это надо было. Но евангельские крошки, когда попали, я же могу все это получить у отца моего. И мы должны это увидеть в себе, независимо от того, правильно ты неправильно жил. Неправильно питались, неправильно слушали. Уши-то наши не евангельские тексты слушали, а разговоры, анекдоты, фильмы, всякую дурь, свинящие рожки глотали. Эта притча очень непростая. Вопрос можно? Когда говорится об этой притче, то говорится, что отец – это Бог, что младший сын – это человечество. И сегодня в толковании говорили, что старший сын – это кто? Вот старший сын, если младший – это человечество, отец – это Бог, то старший сын – это, и сегодня об этом говорили. И ангелы, говорит, стояли и думали, как же быть по отношению теперь к человечеству, правоблудившему человечеству. Господь взял и спас. Брянчанинов толкует, что это ангелы. Ангелы. Вот митрополит Филарет московский толкует, что это тоже христиане, только... которые из церкви явно не выходили, не впадали в грехи, но внутри себя держали грех. Он говорит, фарисеи и саддукеи, а теперь, говорит, и те люди, которые сейчас находятся, он фарисеев прям и саддукеев прям там перечисляет. И тут почему, еще, говорит? Тут еще вот что говорят, что он ушел от отца. Речь идет о падших, об отступниках, а не вообще, которые в коммунистических семьях родились. Он за столом отца был, когда-то жил-то, вот в чем дело-то. И если безбожник, он не знает, что и где. Алла, ее нет сегодня, Алексина-то? Нету, она в путешествии. Она в путешествии. Тут был такой у баптистов. Он как раз Толю Петеримова и вывел на Алексину, женил. Как говорится, она из Васильника была. Михальков. Иван Андреевич. Как его звали? Иван Андреевич. Иван Андреевич. Иван Андреевич. Вот этот человек... имел сына, который 3 срока отсидел. Инженер на аппаратурном заводе был Юра. Я его знал, он сейчас в Германии живет. А другой тут работал где-то психиатром, что ли. Ну, должность такая была, но неверующий. И кто-то решил его подколоть. А что толку? Ты вот веришь, у тебя сын работает, а мой вместе с твоим работает. Оба неверующие, а ты верующий. Какая между ними разница? Он говорит, разница все равно есть. Случится беда, мой сын знает, куда обратиться. А твой не знает куда. Мой-то сын, он не обратился, но он все время слушал. Слушал. Один-то сын-то верующий, а другой не верующий. Но от меня это не зависело. А он очень ревностный был. Что-то прихрамывал с войны или как был? Да его ноги не было. Он такие тайны раскрывал здесь, в КГБ, там про все это где-то. Его брали где-то. Притча говорит определенно. Будет пир. Будет прощение. И не вспомнится, что было раньше. Еще он сидел теперь за столом отца и думал, а вот блудиста нету, как тоскливо здесь. Хорошо бы они были дружки здесь, да опять бы погуляли. Да. Ничего это, говорит, и не вспомянется даже. Поэтому мы должны просить у Бога помнить, где мы были. Но в одни вечность это будет стерто. Иногда говорят, ну мать спасена, а сын в ад идет. Как она может в раю радоваться? Она будет радоваться. У нее будут те же чувствования, что во Христе. Иисус воззрел с гневом, и она будет так же смотреть. Что она отвергла любящего, умершего за них. И она будет так же думать, как Господь. Господь даст те же самые мысли. Можно еще? Ну, к этому же я добавлю просто место Писания, я думаю. Здесь место Писания, Евангелие от Иоанна, 1 глава, сейчас не помню, по-моему, 11 стих, написано, пришел к своим, и свои его не приняли. Пришел, это вот как раз об этих, вот это и есть старший сын. Можно? Тоже место Писания. Вот Иона, пророк,
когда Господь сказал, что Ниневия будет разрушена, Ниневия будет разрушена, он шел, проповедовал. И в конечном итоге Ниневия, вместо того, чтобы быть разрушенной, покаялась. Какие чувствования были у пророка? Вот пророк, он возглашал, и при этом он от лица Божия действовал. От лица Божия он бы сказал: о, хорошо, Ниневия покаялась, слава Богу, аллилуйя. Нет, он расстроился. Он расстроился. Почему, Господи, ты же сказал уничтожить, почему ты не уничтожил? Так вот, я не то, что защищаю вот эту версию, она просто имеет право на существование, мне кажется. В том плане, что работники, видя, что отец праведный, сын пашет с утра до вечера, а этот, как говорится, не понять, где был и пришел ни с чем, они просто расстроились. Ну надо же, вот пришел, ты тут работал, а этот пришел и... Как говорится, отец его принял с радостью. Может, отец, может быть, уже старый, с головой не дружит. Ясно. Но хороший человек. Мы любим нашего хозяина, твоего отца. Но старик, он и есть старик. Радостью принял. И вот эту интонацию могли они ему передать. Огорчение. Такая, которая была у пророка Ионы. Но, брат, я не могу сказать, что ты не прав или ты прав. Тут сложно сказать. Разрешите? Было бы вот конкретно толкование на интонацию, можно было бы зацепиться. И та интонация, мне кажется, имеет право на существование. Они даже не как грешники сказали, вот вроде бы как, отец там принял. А просто огорчились, что несправедливо поступает отец. Вот а этому они могли огорчиться, и это огорчение могли выдать сыну. И сын мог это тоже осердиться. Осердиться-то можно не только там в грех, но можно и в праведность как бы осердиться. Дело в том, что пища выражает определенную мысль. Но человечество, люди, они могут думать по-разному. Но концовка прямо показывает, что старший смиряется. Положение его оказалось, если брать уже по общему счету, не лучше младшего. Тут ясное дело, отец уже простил, а он все еще давит на свое. Аминь. Вот. Об этом и речь. Когда вот тот Иосаф уверовал, а у него отец был язычник, а ему уже Варавам сказал: когда ты разбогатеешь, то будешь жадный. Он говорит: как я могу жадно быть? И получилось так. Он теперь подвязается в пустыне, он истомляет себя, все. Ему показано то царство, которое он получает. А отец умирает, перед самой смертью покаялся. И получает царство, тоже динарий. И он сразу: Господи, так это же несправедливо. Он говорит: а тебе и говорили, что ты будешь жадный. От тебя-то ничего не отнимается. Я щедрый хозяин, я даю ему один динарий, одно место в раю, один динарий. Тебе-то какое дело, если я такой щедрый? А он уже это знал. Ну я столько подвязался, я умирал за Христа, я трудился, я пустыню всю тут проходил 10 раз. Бог решает. А вот представьте себе мысленно, я не настаиваю на этом, что католики будут в раю, григория, армяне будут в раю, а их считают там еретиками другое, копты, сирийцы будут в раю, это церковное. И вдруг окажется, что многие баптисты окажутся там. Как? Я не знаю, Бог спасает. Некоторые покаются, некоторые вернутся, то другое. Но только есть такое выражение, что чему люди будут удивляться, когда попадут в рай? Они увидят тех там, о ком даже не думали. И не найдут там тех, которых канонизировали, которым молились. Это написано при мудрости Соломона, 2 по 5 главу. Как он сопричислен к сынам Божьим. Мы издевались над ним, он не никто совсем. А его Бог избрал. Верующим нужно иметь своих ходатаев. В житии святых говорится об одном случае. Их арестовали, посадили, и они мучаются, они гниют там. Страшные условия, замерзают там. 2, 3, 5, 6 берет, только сразу откидывает, заедает. А у них один был знакомый, верующий, расположенный к ним. Но он рядом был с этим князем. И они ему передали: ты там будешь, скоро у него какой-то день рождения. Ты там поближе к нему будь и походатайствуй за нас. Попроси, чтобы нас казнили. Мы устали уже. И он, когда сидели, он и говорит, этот его Филин, кажется, звать. И говорит: а эти-то арестованы. Не дает виду, что он среди один из них-то. Да я не знаю, что делать. Уже мучаю, мучаю, никто не отрекается. Да что их зря кормить, государственные деньги тратить? Да казни ты их. И он выполнил просьбу. И все мученики пошли. Даже о смерти походатайствовать. Надо научиться во всем видеть промысел Божий. Я не знал, что меня Бог создаст. Не знал.
я буду мальчик или девочка, не знал. Я не знал, какой я буду. Но таким меня сделал Господь. Теперь из Евангелия я должен преобразоваться в свет Христов. И идти за Ним. Все. Вот мы собираемся ехать. А уже сколько заказов разных там, где приехать, где какую аппаратуру брать, чему верить, чему не верить. Столько советов. Ну ладно, если нынче у нас не получится, то на следующий год приедете в Англию, мы списали. Я говорю, у нас только один раз. Мы приезжаем и заграничные паспорта в архив сдаем. Это последняя дальняя поездка. Еще будет одна, только одна. На следующий год, если будет. Это где-то мы выберем центр России или ближе к северу. И остатки книг. У меня все, богатство кончилось. Но то, что мы были, я говорю, а вы смотрели, вы все это считали в Англии. Там собирались сектанты, и где мы были? Я говорю, но с нами едет собака. А мы знаем. Я говорю, не простая собака, она чемпион России. Мы все здесь знаем. Выставлено, показываю, все выставлено, и все молятся. Мы все о вас молимся, об Андрее Кураеве молимся. Это Бог делает так. Сергей, ты где-то на... Он на соревнованиях. На соревнованиях, Сергей? Да. Я не знаю, даже на соревнованиях, он сказал. Он на соревнованиях. Можно? Я не знаю. И, так я вот хотел спросить теперь об этих... Об этих сектантах, которые приходили-то. Да. Нам совет теперь нужен. Потому что, ну вы там просмотрели, почему и не поставили, понятно. Потому что они Слово Божие еще даже не знают так, как должен знать, ну, средний хотя бы сектант. А мы им говорим места Писания, а они только от себя говорят. И даже я уж попросил, говорю, вы хоть слово-то открывайте, держат. Истрепанные Библии, а ничего не говорят по Библии. И как бы мы договорились, они даже, там вот этот Эдуард, этот Юрий, он вообще всеядный. А Эдуард там был... Тот сказал, говорит, а мне, говорит, вообще ваше толкование интересно. Поучаствовать бы, говорит, в ваших занятиях, в обсуждении. Вроде так и договорились. Кто потом перевел на эту тематику? Он говорит, а я бы хотел о Духе Святом узнать. Так вот, может быть, не стоит ради этого, и непонятно, что он будет спрашивать-то, о Духе Святом поднимать. А взять, может быть, толкование о Духе Святом, и с этого прям начать толкование, чтобы можно было ему и понятнее разъяснить. Как-то. А почему они такие? Почему такие перешибленные? Причина в чем? Причина, я думаю, в духовной лени, потому что они спасенные. Обольщение. Они спасенные. Все. Все одинаково. Ты только прими Христа, пусти свою жизнь в сердце, все. И ты спасен. Все, а дальше зачем? А спасен еще больше не надо, все замерло. Он пришел. А у православных мы спасены, Павел говорит, в надежде. Мы все время недостойны, мне надо трудиться, надо молиться, надо заботиться о себе. А отец Павел, как ухватился семикратно в день молиться, Ваня приезжает ко мне с щетками. Очень, очень серьезно пошел. Отец Павел, который говорил-то. А сектанты его ни на что не могу подвинуть. А зачем это? Я говорю, ну написано семикратно в день. А зачем? Мы спасены. Мы спасены. Я его начинаю побуждать. Ну написано, да не отходит книга сия. А я знаю, это написано. Ну мы спасены, теперь мне ничего не надо. Это страшные слова, которые люди сегодня придумали. Что ты спасен, ничего тебе не надо. Да написано, бегите. На ресталище, на стадионе бегут, один получает награду. А теперь смотрите, что кто не восхитил венец с головы. А какой венец? В секте находится, священства нет, таинства никакого нет. Поднял руку, скажет, поднимите руку, вот за рубежом так, большое собрание. Так, поднимите руку, кто хотел бы принять Христа в свое сердце? Подняли руку. Так, пройдите вперед на постамент. Я буду молиться, а вы в конце скажите аминь. Все, садитесь. Давайте поздравим дорогих наших братьев и сестер. Все. И они вышли, они курят, они живут той же самой жизнью. Вот как можно пропонировать это все? Можно, и вот как раз по этому случаю, ну, я не знаю, вы когда послушаете, если... Там он говорит так, вот, говорит, у нас как толкование идет на Евангелие от Матфея, там 13 глава, притча, где сеятель посеял, и в этот момент пришел дьявол и посеял плевелы. Ну, помните эту всю... И вот зашли плевелы и говорит, до последнего дня там не выдергивайте, чтобы не выдернуть и нужные колосья-то. И до последнего дня это хранится. Он говорит, у нас такое толкование, что вот у нас в церкви есть еретики, но пастырь их не должен трогать. Потому что вдруг, изгоняя еретика, он изгонит и святого брата. Я говорю, здорово живешь, придумали вы себе. Вот это обуза. Я говорю, а как же написано, что после второго и третьего раза отвращайся, еретика. Он даже и не слышит этих слов, ему не нужны они уже. Заблуждение во всех отношениях.
Так, вопросы есть? Нет вопросов. Занятия прошли успешно. Братья и сестры, я вот принес булочки, прошу вас разобрать, помяните рабу Марию, маму мою, которой день памяти. А сколько? Спаси Христос. Ну, какая разница, сколько? Главное. Я попутал, спрошу, а при чем тут булочки-то, если попутал, так поменял. Булочки-то зачем? Ну, так вот уж принято у нас, православных. Это... Я хочу узнать, какую мотивировку этому дает-то. Так уж принято. Ну, мы приняли твое принятое. Так, если ничего нет, поблагодарим. Спасибо, Христос. Оставайтесь потом, попоете, позавтракаете и будете. Достойно истину, блажите тебя, Богородицу, Преснаблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за жертву Сына Твоего Иисуса Христа, за страдания нашего Господа, за наши грехи, за пролитую святую кровь, очищающую нас от всякого беззакония и греха. Слава Тебе! Господи, помоги нам правильно окончить эту жизнь, не сделаться отступниками, но быть верными и найденными в числе записанных в книгу жизни. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава. Старший сын. Так, оставайтесь.